Доброе утро! Сейчас 6 утра, и я вам показываю рассвет. Смотрите, как красиво. В горах рассвет. Здорово. Слышите, как птицы поют? И солнышко встает. Медитация. Доброе утро, солнышко. Я раньше никогда утром солнышко не приветствовала, и только здесь, ну, естественно, начала это делать. А моя мама, она всегда утром встает, выходит на улицу, именно когда она у нас дома во дворе, ну, говорит солнышку привет, ну, то есть здоровается солнышко. Мне всегда это нравилось, но я этого не делала почему-то. А теперь я кайфую от того, что я приветствую солнышко, особенно когда оно действительно только-только просыпается. То есть рассвет. И мы будем завтракать и выдвигаться в путь. Оставайтесь с нами. Девочки, у нас тут еще... А что тут у нас? Это не у нас, это у меня. У меня тут, кстати... Мне говорили, не надо, не надо, но я все равно взяла крем с антибиотиком. Для чего я его взяла? Когда каталась на серфе, то есть когда я тогда упала, разбила коленки, локоть, руку, вот, все начало заживать, и когда катались на серфе, я не знаю, попала, видно, в руку, локоть, инфекция, и покраснела, начала сильно болеть, опухла, и это все уже было в дороге в горы. Поэтому мы в городе, в самом большом, забыла, как называется, в каком мы купили, девчонки? Настя, ты всегда все помнишь. В каком городе мы купили мазь? Ага, Настя все позапомнила. Элла? Элинора? Новелия. Новелия. Да. Вот. Там, получается, в аптеке мы объяснили, показали мою руку, что начался воспалительный процесс и нужен типа крем с антибиотиком. И вот нам продали. И как раз эта фирма, у нас в Украине тоже продается, это индийская, Санофи. Вот. Какой-то, в общем, крем. И сейчас мне девочки делали перевязку. Вот, видите, тут... Бинтики, перекись водорода и этот крем. Мазать надо утром и вечером два раза. Вот, так что, мама, не переживай, я тут в хороших руках, меня спасают. А на самом деле, по сути, если такое происходит, значит, так должно быть. Значит, это не просто так. И, в общем, колбасит меня не по-детски. То есть... физически я страдаю. Как вам это объяснить? Я понимаю, что, в принципе, наверное, многие подумают, что это, ну, это случайность, это, может быть, глупость, но нет. Именно на этом острове все, о чем не подумаешь, все происходит. Вот не поверите. Только о чем-то подумала, хорошем и плохом, произошло. Поэтому здесь классно загадывать желания. А то, что происходит со мной, то, что у меня вот происходят со мной физические такие вещи, то это выходит из меня, именно, наверное, все нехорошее. Ну, это я так воспринимаю. То есть я становлюсь лучше. Становлюсь лучше и как бы физически... Это тоже проявляется в плане, я имею в виду, что физически я наказана. Вот, солнышко, смотрите уже, как высоко, так быстренько поднимается. Красота. Мы сейчас пойдем на завтрак, вот, и поедем в горы. Так здорово, так классно. Кстати, спасибо вам большое за все эти письма, которые вы мне пишете, за благодарность, за то, что... Я вот вам показываю, я снимаю, и вам это нравится. И то, что многие пишут, что говорят, ощущаю, что я рядом с тобой. Наш завтрак. В горах. В горах. Завтрак, да. Горный завтрак.
У нас тут всякие смузи, овощи, лепешки. Как это называется? Это роти. Роти, да? Да. Росняшечки. Она чем от больше? А, это что? Он больше, и там внутри есть сыр. Часто они ложат карлик. Это как эти, как хачапури получается, да? Да, но там меньше всего. Они его не ложат в центр, они его смешивают по всему блину. Так, я хочу выйти на балкончик. Давай. На балкончик. Вот тот наш балкончик. Моя рубашка висит, в которой вчера купалась. Она высыхает. Я ее только что гладила, чтобы она чуть подсохла. Иду! А, благословлять же пищу надо. Я тут как обычно. Здесь, на вершине. А затем уже привести их к океану. И завтра, когда у нас будет практика взаимодействия с пространством, объединяющая такую интеграционную практику. Сейчас найду место для фотографии. Я в кроссовках, очень удобно. По горам ходить в кроссовках. Да, удобно? Да. Я обуви никакой не брала, кроме шлепок и кроссовок. В кроссовках летела сюда. Ага. И вот видишь, как хорошо, что они пригодились, да, для гор. А я, кстати, смотрела на твои сандалии, удобные. Ну, это специально для трекинга, знаешь, я брала когда-то давно. Угу. Уже 350 лет, и я еще в Карпатах их убивала. Ну, внешний вид как новый. Уже протираются. Я так люблю, когда у меня протирается обувь. Зато сколько пройдено, это ж как круто. Ну да, по горам. Протертая обувь — это как опыт. Кстати, да. Это как этот, чья-то цитата. Не имеет значения, сколько стоят твои кеды, когда ты гуляешь в них по Парижу. Вообще не имеет значения. Вообще, действительно. Опа. Ничего себе! Мама! Смотри, что Come inside, come. Давайте посидим, да, такое шоу. Yeah, this is come. Давай, я пойду. Круто. You need? Need? Её? Нет, я. Могу. Одену. Кобру? Да. Кобру нет. Нет, фото. Вы что? Я. Там нет фото. Да. Ты хорошая кобра. Кобра, кобра. Они удаляют. Не, они удаляют, да. Они не ядовитые, но все равно как-то она... Но лучше не надо подходить. Да? Нет. Почему? Потому что она может быть ядовитая. Может ядовитая? Да. Это все для приезжих. Они им все удалили. Да, но все равно... Даже накололи. Он предлагает ей одеть на шею. Что здесь? Кобру. А, лучше не надо. Не-не, вы лучше так не шутите. Они же мгновенно умирают. Осталось еще чуть-чуть. Мы поднимаемся на гору Little Adam's Peak. Adam's Peak. Есть еще большая такая же гора Adam's Peak. Там две... Сколько? 2250. Это 1200. Вот. Я новичок, поэтому мне тяжело. Мы хотели сначала на большую гору подниматься, но так как у нас группа с разного возраста людей, то мы учитываем пожелания всех и решили подниматься на маленькую. Но это может быть даже хорошо, потому что я сама новичок, и мне даже тяжело дышать. Хорошо, что здесь есть лестница. Если бы ее не было, было бы сложнее. То есть, по сути, сложно сказать, что это подъем на гору. Это просто подъем по лестнице. Вот. Но для меня это все равно подъем на гору. Если будете подниматься на эту гору, то обязательно надевайте обувь, кроссовки или как минимум кеды, штаны удобные, желательно, которые дышат, и кофту. Все из натуральных тканей. Все с длинным рукавом, потому что солнышко припекает. И открытые части тела мажем SPF 50. Вот.
Это очень важно, солнышко печет. Вон наша группа поднимается. Фух, это очень круто. Это мега круто. Хочу еще. Хочу еще. Но надо меньше болтать и больше дышать. А? Надо подышать. Вот. Надо меньше болтать и больше дышать. На одинаковое количество шагов выдох. Это будет выравнивающее дыхание. Будет очень хорошо для организма. Во, а я уже неправильно делаю. Поэтому я закругляюсь. Встретимся наверху. Мы на месте. Смотрите, как круто. Я так медленно буду вести камеру, чтобы вам показать. Это так красиво. На которых не так просто забраться. Супер. А туристы все прибывают и прибывают. Да. Группа здесь, да? Можем туда пройти. Сейчас мы пойдем вот туда. По дорожке. Хотите, покажу, где я? Вот я здесь. На обрыве. Это так круто. Ощущение такое. Не могу его передать. И не хочу передавать. Просто смотрите, как красиво. Там обрыв такой. Крутой-крутой обрыв. Я представляю, если бы была гора огромная, ну, в плане, я имею в виду, высокая такая. А это маленькая. Это маленький Little Adam. Кстати, на большой горе, тут мало туристов, на большой горе Адама много туристов. Почему? Потому что туда вообще ходят паломники, говорят, что там остался след Адама или Будды, то есть не могут разобраться, ну не знаю, насколько это правда, и вот туда ходят много туристов из-за этого. Ну, мы туда не пошли, мы пошли на маленькую гору, но все равно очень круто, эмоции переполняют. Поэтому очень-очень-очень-очень я рада, делюсь с вами. Мамулечка, тебе привет! Ты дома с моими детками, а я тут наслаждаюсь видами. Я знаю, что ты за меня очень рада, потому что каждый день я с тобой созваниваюсь, разговариваю с своими малышами и передаю вам все эти эмоции. Добро, позитив, солнце. Спасибо большое. Мамулька, если бы не ты, меня бы здесь не было. Поэтому у меня безмерная благодарность. Вот. Буду сейчас делать фото для Инстаграма. Но я, видите, я не совсем опасна. Вот так вот. Так что, мам, не бойся. Я знаю, что ты потом будешь меня ругать, когда это увидишь. Скажешь, боже, куда ты полезла? Ну, я ж такая, ты же знаешь. Я не особо трусливая, но у меня есть чувство самосохранения. Поэтому я сижу не вот здесь, а вот только что тут сидел парень. Я, кстати, его тоже сфотографировала, потому что он прям на краю сидел. Прям совсем на краю. И было за него страшно. Вот. Все, выключаюсь, я буду медитировать. Красиво. Как же красиво. Виды потрясающие просто. Я вся в белом, и я пожалела, что я надела белым, потому что я уже серого цвета. Уже помню, грязная, потому что сижу на камнях. Это не важно. Важно вот это. То, что ты видишь. О, да. Мир, он прекрасен. И действительно, можно путешествовать с рюкзаком. В мой рюкзак помещается все на свете, то, что мне необходимо. Сменная одежда, зубная щетка с пастой, крем от загара. И, по сути, все. Крем для лица. С алоэ вера. Когда ты сидишь на такой горе, ты переосмысливаешь свою жизнь. Материальные вещи уходят на второй план. То есть, в принципе, я понимаю, что достаточно зарабатывать только на путешествия, на образование детям, и все. Не знаю, я пересмотрела чуть-чуть, даже не чуть-чуть, я пересмотрела свою жизнь, и все сейчас изменится, по крайней мере, я очень этого хочу. Очень
очень хочу, я не зря сюда приехала. У меня целая история, почему я сюда приехала и как я приехала. Получилось это случайно, я даже не знала, что будет. Я просто захотела поехать. Ну, я знала, как бы, что будут медитации, йога, я знала, с кем я еду, потому что в Киеве я уже говорила, я проходила эти трехдневные такую активацию, и мне очень понравилось, и я вот хотела повторить. А здесь это просто. Здесь это не то, что в Киеве. После того, как мы хорошо поднялись на гору, надо подкрепиться. Поэтому мы тут с девчонками кушаем. Остальные пошли мыть руки. Я это уже сделала, потому что очень голодная. Заказали. Ну, тут некоторые не едят, сыроеды или вегетарианцы. Но мы тут настроя, которые едят. Поэтому мы заказали себе рыбу. Вот, это тунец, овощи и рис. Вот это вот, это овощи в гриле. Вот наш сыроед, который ест только, вот Настя, который ест только фрукты и овощи. Да, красота и вкусная. Я так есть хочу, я вам снимаю. Так. Что, мы обедаем. Говорим, забирайте, давайте. Да. Мы обедаем, потом мы едем на водопад, будем купаться, а потом у нас дорога домой. А сколько дорога домой занимает? 6 часов. 6 часов. К океану. Домой к океану. Все. Оставайтесь со мной, еще что-то будет. Мы у водопада. Опять. Или снова. Мы сейчас в кроссовках, потому что у нас тут кукуруза и манго. После обеда мы решили опять перекусить. Вкусненько, кукурузонька. И мои белые кроссовки стали серого цвета, желтоватым оттенком. Буду отмывать, уже тут приезжу. Смотрите, как классно. Мы остановились, потому что видели слонов вдалеке. Вот смотрите. That was a gang. Да? Mariana. Ah. That was a gang. Elephant gang. You know, the set of elephant. Yeah, like tribe. Yes. Наш водитель рассказывает. Про слонов. Tribe of elephants. Yes. Yeah. Это дикие слоны. They usually if it's tribe, so they are peaceful. Yeah. Yes. Мы с гор возвращаемся к океану. Я, кстати, хотела слонов увидеть, когда только приехали. Я говорю, я хочу слонов, на слонов посмотреть. Надо ехать в другой, ну, типа, в глухой остров. Да, в Канде. Да. И вот, ура. Правда, конечно, не так близко, но все равно. Они дикие. Они дикие, да. Он путешествует со мной. Это подарок от Тони. От моей подписчицы. Клёво тебе. Видишь? Может, мне тоже стать видеоблогером? Я вожу за собой твой подарок, Тони. Да. Вот они. Остановились посмотреть, размять косточки. Потому что мы едем. Всё, я впереди сижу. Я как этот, как его, корреспондент. Всё снимаю.